Привет, мои друзья! С вами, как всегда, снова я, Дима и Бартик. И со мной мой друг Артур Гламурный. Гламурный Артур. Короче, погнали. Киевстар мне какую-то фигню. А, ты еще в 21-м писал? Ладно, погнали. Артур, тут ты еще какой-то фиговый опрос создал. Ладно. Какая рука дается первой в игре? Синяя. Я же во флопе плейтайм играл. Хади злой? Да. Только попробуйте мне матерно ответить. Во второй главе главный злодей. Мамочка. 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 Вот. Какой самый... А я что? Я смотрю, как ты Хади Вади проходишь. Какой мой сам... Какой твой самый любимый? А, Бонзо, наверное. Твой любимый Бонзо? Персонаж во второй главе. Да подумай. А я типа знаю. Пускай будет. Да, обосрись. Бонзо пускай будет. Какой, блин, мобс-гусеница. А я отхожу. А я что робить? Ну, ты же, может, хочешь шоколадку. Задолбал. Да, пускай будет. Я на рандом отвечаю, потому что я не знаю. Нет, пока еще. Куда? Ну, вроде она в разработке. Кто? Третья глава. Куда попала мамочка? Отвечай. Дробилку, пожарник, куда? Дробилка. Может, Бэкс? Бэкс.ру. Написал бы еще в жопу мамонт. Не надо так писать. Не добавляй ничего. Киси-писи злая? Да. А, нет? А я шуру. Сколько версий у мамочки? Тут по 5 ответов. Тут все, что ли, проходят? Ладно. Короче, сколько версий у мамочки? А сколько версий? Одна. Я две. А, пон. Ну, я тут проголосовал уже. Как переводится Хади? Переводится... Ца. Объятие, блин. Молчи. О, я ничего на Хади нажала, не объятие. Пока что, ну, это Артур тогда писал. Кто такая Поппи? Поппи, в жопе Поппи. Поппи, в жопе Поппи. Кукла. Надо было Поппу добавить. Что? Надо было добавить Поппа. Да, такой вот мини-Хади. А кто такой мини-Хади вообще? Это мини-Хади, маленький Хади-Ваги, непонятно. Какой, блин, беганием? Кто такой беганием? Беганием, ты, блин. А, как... Как атакуют мини-Хади? Или как атакует? Атакуют. Их много. А, да, понял. Беганиями. Прыганием вроде. Что? Ладно, давай. Какая? Шо? Как... У мобс гусеница? Кто такая? Игра в кальмара. Дай мобсу косточку. А, понял. Кокома котицея обосрать. У мамы есть семья? А у мамочки есть семья? Да, пускай будет. Потому что такие вопросы, на них логично ответ. Мамочка, что делала, когда за нами охотились другие монстры? А ты у нее спроси. Да я сам знаю, что она делала. Как мамочка называла аннигиляторные пушки игрока? Хороший мальчик. Читер? Да. Артур, ты новые опросы будешь добавлять сейчас? Ну да, может, гусь. Я гуси, мама, утка, смотри. Капец, видео короткое. Ну, как с вам сказать? С вами был, как всегда, снова я, Дима и Бардик, и Артурный Гламурчик. Еще вопросы будут, не выключай видео, босс. Я что буду ждать 5 секунд? Ну, 5 минут? Нет, сейчас будет новый вопрос. Последний? Нет.
Бебрус называла. Мені як-то пофігу. Та блін, у мене відео йде, я його остановити не можу. Та не волнуйся. Анігіляторна пушка. Два. О, у мене тут переписки ще з 20-го є. Із 20-го года. Первого місяця 20-го года, це означає, тільки 19-й пройшов, і у мене вже були переписки. Капец. Анігіляторна пушка. Ой, а куда я делся? Блин, я куда-то в жопу попал, так что... Сейчас. А как группа называется? Не скажешь? Ну, Викторина Бобби Плейтайм. Викторина. У тебя там новая обложка на Викторине Бобби Плейтайм. Видишь? А, это оно само поставило. Ладно. О, моя классуха. Алена. Поппи злая? Кто такой я Поппи? Поппи злая? Да, Поппи злая. Хотя, стоп. Какая самая последняя рука? Красная. Зеленая. Все. С вами был, как всегда, снова я, Дима и Бартик, и гламурный Артур. Всем пока-пока-пока. Сю, 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 сю. Бам!